Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я предлагаю вместе со мной освежить в памяти азбуку вместе с Bimenji Drive. Подписывайтесь на канал, если не сделали этого ранее, а мы начинаем! А вместо рекламной интеграции хотелось бы сказать спасибо спонсорам. Именно эти люди поддерживают этот канал. Спасибо! Буква А. Автосалон. Буква Б. Бетонный блок. Буква В. Вентилятор. Завожу он. Кат-к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 ат. У меня шум появился в моторе. Сначала кир-кир-кир-кир-кир, потом кадар-кадар-кадар-кадар, потом кадар-кадар-кадар-кадар-кадар, потом ганды-гадыр-ганды-гадыр-ганды-гадыр, потом все, крякнул мотор. Буква Г. Гравитация. Буква Д. Дизель. Буква Е. Буква Ё. Ёлка. Буква Ж. Живопись. Буква З. Звон. Я знаю, откуда он. Буква И. Изба. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Буква И. Напишите в комментариях, если знаете слово на букву И, которое можно найти в Bimenji Drive. Буква К. Кювет. В районе Шамары лихой водитель перевернул машину, уходя от полицейской погони. Короче, я ехал домой, они меня догоняют, давай подрезать, вот, полиция. Я, короче, срезал и бах-бах-бах, в кусты улетел. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Буква Л. Литье. Буква М. Маршрут. Буква Н. Номер. Буква О. Остров. Буква П. Пушки. Буква Р. Развесовка. Бывает разный. Буква С. Снеговик. Surprise, motherfucker. Буква Т. Т-образный перекресток. Буква У. Уклон. Буква Ф. Фотомод. Буква Х. Холодильник. От этого подруга, а подружка до себя главная. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Ярик, вылазь нахуй, блядь! Вылазь нахуй! Текай нахуй! Четко! Получается четко. У вас действительно. Буква С. Цвет. Буква Ч. Час пик. Буква Ш. Шипы. It was at this moment that he knew he fucked up. Буква Щ. Щиток приборов. Буква И. Также можете написать свое предположение в комментариях под видео. Буква Э. Экран GPS. Буква Ю. Юс. Буква Я. Я бы хотел бы сказать вам спасибо за просмотр. Оценивайте это видео лайками или дизлайками. А также напишите, какая, по вашему мнению, буква была самой интересной в этом ролике. Идея в переосмысленном варианте была подсмотрена на канале MiYu. Оригинальный ролик будет в описании под видео. На этом у меня все. До новых встреч и увидимся совсем скоро. Пока!